Всем доброго дня, с вами Сокрутчик Лёха, и сегодня расскажу, как я сделал поклевок люстр. И чё, кофеёк, кипяток, погнали! Для начала перемещаемся в декабрь 2020 года. Именно тогда я приступил к монтажу этого чудного потолка. Наверное, будет вопрос, почему-то ролик выходит только сейчас. Ответ будет раскрыт в конце видео и поэтапно по ходу самого процесса изготовления потолка. Итак, времена, когда экономика страны позволяла мне работать с профилем в 0,65 мм, это самый толстый профиль, я занимался черновой отделкой дома. В данный момент я занимался потолком. В гостевой комнате было принято решение сделать потолок из гипсокартона. Но уже без 2-3 ярусных потолков, там перестроений и так далее, всяких подсветок. Посидел пару вечеров в интернете, посмотрел примеры, сделал наброски и нарисовал какой-то свой вариант. И приступил к монтажу. Выставил лазерный уровень и принялся делать контур будущего потолка. На стене сразу нарисовал размещение гипсокартона, чтобы удобно крепить с наименьшими подрезками. С помощью обивки размечаю путь для будущего профиля. Чпоньк. Чпоньк, поньк, поньк. Вооружаюсь саморезами, магнитным браслетом и по обивке начинаю крутить подвесы. Готовлю весь необходимый инструмент, теперь нужно профиль превратить в 5-метровую направляющую для будущего потолка. Вот он перед нами, красавец, толщиной в 0,65 мм. Ах, кажется, я знаю, что нужно поставить рамку в своем личном кабинете. Соединяю два профиля вместе и стыкую их с помощью маленьких кусочков стартового профиля. Так как лазера больше нет, использую нитку. Беру кусочек профиля, просверливаю отверстие, закрепляю его на стартовом профиле и под тяжестью грузиков нитка самонатягивается.
Теперь устанавливаю потолочный профиль ровно по нитке и фиксирую его к подвесу. Достаем изнаночные кусочки старого профиля и нарезаю заготовки. Они будут роль направляющих между уже смонтированным потолочным профилем. И согласно сделанной разметке фиксирую заготовки и вставляю в него потолочный профиль, а закрепляю на саморез перед шайбой. Просекатель в те смутные времена пока еще не продавали. Красота, прям хоть так оставляй. Зову супругу и начинаем крутить листы гипсокартона согласно ранее нарисованному чертежу на стене. Ну а легкие детали я уже доделаю сам. Беру кусочек плоской фанеры, делаю с одной стороны отверстие под карандаш, а с другой стороны вкручиваю саморез. Нахожу самую центральную точку в комнате и рисую круг для ориентации, где находится центр комнаты. Отстреливаем по краям круга полосы и осверяю идею с рисунком на стене. Пока все строго по плану. Готовлю идеальную заготовку, которая сдаст размер фигур будущего потолка. А сейчас я погружу вас в далекое-далекое прошлое, а именно на кухню.
Я там скодировал профиль, который мне разрешили забрать из демонтированного павильона. Ну то есть да, профиль халявный. По непонятным причинам кухонный дозиметр зашкалил, поэтому на всякий случай я профиль перенес в другую комнату. Просверливаю отверстие и вынимаю спрятанный там провод. Беру 70-й профиль и приступаю к изготовлению прямоугольных фигур. Строго соблюдаю рисунок, картинку, чертеж и не забываю про центр, там будет круг. Получается, в принципе, довольно неплохо. Как настоящий опытный строитель, иду к куче мусора в поисках полезных ископаемых. Подойдут, в принципе, любые широкие куски, лишнее все срежется. Обшиваю всю конструкцию обрезками гипсокартона, а лишнее спиливаю и обрезаю. По кругу натягиваю малярную сетку и сверху на эту сетку накручиваю пластиковый уголок. Потом это все грунтуется, шпаклюется, шлифуется, грунтуется, шпаклюется и так 2-3 раза. Ну то есть делаем идеальную подготовку под покраску.
После финальной грунтовки делаю окраску всей конструкции на один раз. Просверливаю отверстие согласно чертежу. После того, как пыль осела, можно красить второй, но если есть желание, краска, и в третий раз. Теперь можно вставлять потолочные светильники. И тот самый секрет, почему ролик не вышел в 2016 году. Потому что светильники пришли с некондицией. Два светильника никак не вписывались в нашу картину. И так получилось, что в ближайших магазинах данной модели не было. То есть были именно с позолотой, а нам нужна была бронза. Но прошла зима, весной перекинулся на участок, летом потом приступил к подвалу и про потолок в принципе все забыли. Были 4-5 попыток похода по магазинам, и только с пятой попытки наконец-то нашли светильники бронзового цвета. Просто не хотел запускать ролик в незавершенном виде, чтобы вы смогли сами видеть красоту в полном объеме. Вот так выглядит потолок днем, как видите, даже стены покрашены и полы сделаны. И вот так потолок выглядит ночью. Чпонь! Свой собственный стиль ни у кого не скопировал, смотрится просто огонь. И никакого пулесборника. Да, кстати, потолок в свое время мне обошелся в 4000 рублей. Люстра 600, потолочные светильники по 80 рубля, 6 листов гипсокартона по 230 рублей каждый лист и немножко профиля. Так большинство я принес с демонтажа павильона. Сейчас, конечно, потолок площадью в 15 квадратных метров, сделанный за 4000 рублей, воспринимается как фантазия автора. Сейчас переводы на 2020 год это от 7000. Дешевле не получится, и то проиграем либо в качестве гипсокартона, либо в толщине профиля, либо в краске. Но я успел сделать красоту за копейки и, в принципе, очень этим доволен. На этом у меня все. С вами был Леха. Не болейте, не скучайте и до встречи.